10 новеньких белых седанов на юбилейной площади Пензы. Это не выставка и не рекламная акция. Автомобили – это награда лучшим представителям рабочих профессий. Торжественная церемония чествования победителей 6-го регионального конкурса профессионального мастерства прошла в Пензенской областной филармонии. В этом зале собрались представители ведущих трудовых коллективов, мастера своего дела, люди, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего Пензенского региона. Последние годы, благодаря вашему труду, по темпам роста индекса промышленного производства, наш регион находится в тройке лидеров среди регионов Приволжского федерального округа. 6-й областной конкурс профмастерства среди рабочих специальностей – это 10 номинаций, более 150 участников. За победу боролись водители, трактористы, машинисты, пожарные в сфере лесотушения, каменщики, плиточники, пчеловоды, радиоэлектронщики, кондитеры и швеи. Среди участников – представители предприятий машиностроения, сельскохозяйственной, легкой, стекольной и железнодорожной отраслей, транспортной сферы, рабочие заводов, строители, энергетики. Впервые в 2018 году в конкурс была введена новая номинация – лучший водитель автобуса Пензенской области. И безоговорочную победу в ней одержал сотрудник муниципального предприятия «Автотранс» города Заречного. Судьба первого места решалась буквально вот какие-то доли секунды, ну какие-то миллиметры. Вот. Очень были сильные претенденты с других парков автобусных. Вот. Но нам удалось и теоретическую часть сдать на отлично, и проехать без ошибок практическую часть. Конкурс проводится впервые, и впервые наш водитель стал первым. И это очень замечательно в год 50-летия «Автотранса» со дня основания. Поэтому мы все испытываем большую гордость и радость от этого события. Водитель первого класса Владимир Зайцев за рулем автобуса уже более четверти века. За добросовестный труд и высокий профессионализм неоднократно поощрялся почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями. Был призером городских конкурсов профмастерства. И вот победа в региональном состязании лучших мастеров своего дела. На победу в региональном конкурсе претендовали 18 лучших водителей автобусов Пензенской области. Но зареченец Владимир Зайцев был вне конкуренции. Трасса была очень сложной. Справился, можно сказать, только я один справился, без ошибок. А так все с ошибками. Диплом первой степени, алая лента, звание лучшего по профессии и ключи от автомобиля, как признание заслуг обычного человека труда. Не верится. Почему? Ну, потому что еще не осознал я этого. Поощрит лучшего водителя и руководство предприятия. В течение года Владимир Зайцев будет получать ежемесячную премию. Станислав Корякин, Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».